Ми продовжуємо наш ефір і залишилося дуже мало часу для того, щоб ось розказати про всіх активних людей нашого міста. Ми його з користю зараз витратимо, так? Зараз біля нас вже сидить наша наступна гостя, це Ірина Пишнєва, власниця тваринки зі своєю подругою Хельгою. Вітаємо вас! Доброго ранку! Хельга ваша так розвернулася, не хоче з нами зустрітися. Вона дивиться. А я зараз її поверну, щоб її всі бачили. Така вона серйозна, налаштована. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Така творча діяльність. А перше, що ви почнете розпитати, я таку предісторію, що до нас ще мав котик прийти, друг Ельзи, але він не захотів. Не захотів в холодну погоду виходити на вулицю, та? Тому тільки ти знаєш, Іринка, в нас є власний котик, можливо, вони посварилися. Хельга так глянула. Так, ну розповідай. Ну, во-первых, добрый день. Мне очень приятно здесь находиться и очень приятно представить вам вот эту славную собачку. Я хочу немножко рассказать о животных, которые являются альтернативой нашей, как говорится, медицине. Вот. Мы все привыкли в случае там какого-либо заболевания обращаться к докторам. Вот. Но я хочу сказать, что в мире давно уже есть другое направление, альтернативное. Это так называемая пет-терапия. Пет-терапия, да? Да, пет-терапия от слова собака. Вот. Это система лечения, которая, как говорится, лечит человека посредством животных. Вот. И вы все об этом слышали, но немножко мы об этом забываем. Да. А вы звикли, что кишки больше лекуют, а цей собачки. Знаете, в этой системе есть несколько направлений. Есть канис-терапия, это собачья терапия, есть фелинотерапия, это кошачья, и это ипотерапия, это лошадиная, и дельфинотерапия, правильно же? Так, так. Вот эти все направления, они очень жестко расписаны. Более того, это уже целая наука. Я вам хочу сказать, что еще в 60-е годы психолог американский, он стал заниматься развитием, как говорится, данного направления, научно обосновывал. Дело в том, что собаки, вот я хочу сейчас немножко о собаках, на собаках остановиться. Собаки, они очень помогают людям пожилого возраста, людям с определенным заболеванием, сердечно-сосудистого направления. Вот. Они их успокаивают. Поглаживание собаки снимает стрессы психические. Я вам хочу сказать, что с 2001 года, например, после той вот страшной трагедии, которая в Америке произошла, на сегодня в каком-то там аэропорту американском собаки ходят, работают, они ходят по залу и успокаивают людей, потому что стрессы снимают. Тобто люди їх підходять, пестять? Более того, значит, собака, она ж у нее очень сильное обаяние. Вот в этом маленьком красивом носике более 200 миллионов обонятельных центров. Представляете? И они своим носиком, они слышат даже заболевания любого стресса. Это заболевание вообще-то. Вот. Они слышат, на сегодня даже есть наука, методика, они слышат запах, унюхивают запах раковой клетки. Да, вот, я навіть не чула, чесно, такого. Серйозно, то есть это я ничего не придумываю. Вот. И на Западе вот, людям пожилого возраста даже рекомендую держать у себя животное, вот, как собачку, так и кота. Я хотела вам привезти кота, у нас дома две собаки живут и два кота. Они домашние коты. На улицу они не выходят, и поэтому, когда я попыталась его засунуть в контейнер, он, конечно, воспротивился. Да, да. Пані Ірина, розкажіть, будь ласка, про свою улюбленцю Хельгу. Вона якийсь має характер. Ось Конечно. Ми бачимо її, вона сумна, чому? Вона серйозна. Ні, вона не сумна. Це рицар печального образу. Це рицар, да, вот по стандарту, міжнародному стандарту, дана собака – це порода американський кокер-спанієль. Вот данная порода имеет свой стандарт. Спокойна. Во-первых, она небольшая, она удобная для домашнего содержания. Она небольшая, вот ее весь размер. Это взрослая то собака. Она вечно вырастает. Все уже. Это взрослая собака. И по стандарту, знаете, вот я всем говорю, это образ, то есть глаза влюбленной женщины. Так, действительно вот. Так. Она вас всегда дома ждет. Она лохматенькая, но шерсти от нее немного дома. Вот вы же дома расчесываетесь, да? То есть, в принципе, она не оставляет шерсть. Она пузує. Мне здається, что вона пузує. Скажите, каким чином ця красонечка допомогла вам? Теж якось заспокоює вас. Скільки вона вас живе вже?
Ну, Хелечку мы родили, скажем так, а вообще у нас ее мамочка еще дома есть, мамочке 9 лет, и ребенок, моя младшенькая дочь, которая сейчас учится на зоолога, заканчивает уже, получает магистра, вот, они с папочкой вот решили себе завести собачку, потому что пройти мимо вот этого взгляда практически не было возможности. Вот. Более того, Международная ассоциация кинологическая, она вывела отдельную группу у себя, то есть в кинологии, в науке, так называемая собака-компаньон. Собака-компаньон – это собака, которая может проживать с человеком. Туда входят спаниели, кокер-спаниели, тут именно кокер-спаниели. Они небольшого размера, просто небольшие, они удобны в домашнем содержании. Так называемые тоечки, вот, пудель. Самое интересное, что пудель, оказывается, самая умная собака в мире. Кстати, собачники, на меня не обижайтесь, вот, потому что все считают овчарку самой умной. Это не мое мнение. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается, но это имеет место. Вот. И данные собаки, их рекомендуют для проживания с человеком, когда больной ребенок. Ну, бывает же такое, когда есть люди с какими-то физическими вадами, как мы кажем, да, вот, именно собака лечит человека. Вот. Дело в том, что есть еще такое, значит, поверье, что проживание с собакой удлиняет человеческую жизнь на 10 лет. Вот. Да, мы привыкли, что коты лечат, да, вот у меня дома кот, он белый, он действительно, он знает слабое место, когда там голова болит, он на голову ложится, это все могут подтвердить, вот, но собака тоже, тем более собака, вы знаете, хочешь ты или не хочешь, ты вынужден утром, вечером с ней выходить на улицу, правильно? Что теж корисно для нас. Конечно, так, конечно, ты выходишь с ней, вот в Америке, между прочим, сейчас бег активный абсолютно, ну, не всем полезен. Вот, людям с сердечно-сосудистым заболеванием бегать вообще нельзя, правильно? Вот, но, а ходить на прогулку Ходить с собакой, совершенно верно. Во-первых, это умеренно, ты ходишь умеренно, ты можешь немножко подбежать, ты можешь наклониться, ты можешь взять игрушки. И помимо всего прочего, вот, эмоциональный подъем. Я являюсь членом, вот эта красавица, она является членом кинологического клуба общественной организации «Трон». У нас, кстати, 3 числа. Да, конечно. У нас 3 числа будет выставка. Мы приглашаем всех, чтобы люди просто ознакомились, визуально посмотрели, пришли с детьми. Люди пожилого возраста пришли на выставку и посмотрели. Посмотрели на животное, получили заряд, эмоциональный заряд. Так, як оператор гукає вашу Хельгу, і вона так носить, щоб вона ще трішки попозувала нам. А взагалі, як вона мириться з домашніми тваринками? Чудесно. Чудесно, да. От дана порода, я вам хочу сказати, вона для цього виведена. Вона повинна жити з людьми, вона повинна жити з животними. Дружать, спять вместе. Ось так. О, бачиш, справжні друзі. З котятками, да. От, ми граємо. У нас такий от нюанс, і вона може вибіжати на вулицю, вибіжати коту, поіграти з ним, але дворовий котик не завжди може. Так, не розуміє цього, так? Да, да, він старається вибіжати. Получається, доганялки. У мене теж вдома така картина. Є теж дворова собачка, котик, і теж вони граються, і кіт якось ігнорує мою кнопку. Дякуємо вам, що розповіли такі новинки, що собачки можуть лікувати. Я обов'язково зараз її буду гладити після ефіру, якщо ви дозволите. Дозволяємо, так, дозволяємо. Будемо приходити на виставки, любуватися вашою хатньою твариною. Отже, у нас в гостях була Ірина Пишнєва, власниця тварин. Приходьте, ми завжди з вами разом. Зі своєю улюбленицею Хельгою. Дякуємо, що прийшли. От ми попозірували вам. Так, так. Дякую вам, шановні гості. Все хорошо.